Полина Яковенко принимает участие в соревнованиях по дзюдо не впервые. 5 лет девушка занимается японским боевым искусством. За это время ей удалось завоевать победу не только на российском, но и на европейском уровне. Как признается Полина, участие в любом соревновании – это дорога к исполнению мечты – выступление за сборную России на Олимпиаде. Пока что ставить планы рано, а так работаем дальше, там как получится. Японский вид спорта дзюдо сформировался в 1882 году на основе джиу-джитсу – борьбе без оружия, которая, в свою очередь, восходит к сумо. Главный принцип дзюдо – поддаться, чтобы победить. Отличие японского вида боевых искусств от любой другой борьбы состоит в том, что во время поединка соперники не наносят друг другу удары. Спортсмены должны показать разнообразие своей техники ведения боя – броски, болевые и удушающие приемы. Немаловажную роль играет ловкость и использование силы противника. В России дзюдо появилось в 1914 году, но в советские времена оно трансформировалось в самбо. В 1962 году советские самбисты успешно выступили на соревнованиях в Европе по дзюдо. После этого в России создали Федерацию дзюдо, которая существует по сей день. В этот раз в первенстве Самарской области по дзюдо приняли участие 100 спортсменов. Юниоры и юниорки в возрасте от 17 до 23 лет поборолись за призовые места в 8 весовых категориях. Соревнования проводятся ежегодно, потому что это мероприятие отборочное, и мы должны определить состав команды Самарской области для дальнейшего участия в соревнованиях. Победители и призеры областного первенства Самарской области в следующем году отправятся на кружной этап. Затем лучших ждут всероссийские соревнования. Никита Колосов, Василий Колдашов, «События».